Мальдивские острова прочно ассоциируются с безмятежным ленивым отдыхом, полной размеренной неги и уединенного спокойствия. Их отдаленность от Европы, например, полет из Москвы занимает 8-9 часов, и высокий, соответственно, недешевый уровень обслуживания делают Мальдивы доступными не такому огромному количеству отдыхающих, как, например, в Турции или Египте. Многие курорты мира предлагают своим гостям первозданную чистоту, уникальную природу, белоснежные пляжи. Но на Мальдивах все это совершенно по-особенному. В состав этого островного государства входит около 1000 островов. С 90 тысяч квадратных километров, приходящихся на площадь страны, суша занимает лишь 298 квадратных километров, то есть менее 1%. Острова разбросаны на территории 815 километров с севера на юг и на 130 километров с востока на запад в Индийском океане. Несколько островов находятся за экватором. Точное количество островов определить сложно, так как время от времени некоторые делятся надвое или наоборот объединяются в один. Одни уходят под воду, другие образовываются. То около 200 островов населены, остальные необитаемы. Есть совершенно крошечные острова, да и самый крупный всего лишь 8 километров. На самые далеко расположенные можно добраться с помощью гидро- или рейсового самолета. Ближние переезды осуществляются с помощью местной лодочки под названием Дони или Катера. Уникальная концепция Мальдивских островов – один остров, один курорт, один отель. Причем каждый отличается своей неповторимой атмосферой и дизайном. Но вырваться со своего острова не всегда просто. Зачастую потребуется запастись специальным разрешением и заплатить соответствующую сумму. Причем на ночь все равно потребуется вернуться в свой отель. Есть на Мальдивах и другие запреты, нетипичные для курортных направлений. Сюда нельзя возить алкоголь, а также изделия свинины. Здесь не только запрещено купаться топлес, о нудизме даже речи не идет. Вне закона также просмотр эротических каналов. Все это является следствием ислама, доминирующей религии местного населения. Кстати, Мальдивы – самая маленькая мусульманская страна в мире. Зато экологии здесь уделяется настолько важное значение, что гостям зачастую выделяют специальные мешки для мусора, и свой мусор в этих мешках необходимо вывести с островов. Так вот, благодаря всему этому, Мальдивы являются тем самым местом уединенного отдыха как ночью, так и днем, с буйной тропической растительностью, богатым подводным миром, чистыми белыми песчаными пляжами, едва ли не самыми живописными на планете.